автомобилиста за рулем. Мы хотели провести его летом в июне с Андреем Владимировичем, если я помню, но у нас форма заводная стоит, то сами понимаете, ковид и некоторые другие ситуации. Тоже конкурс будет на следующий год уже 15 лет. Чем хочу внести новую концепцию этого конкурса? Я хочу провести его, чтобы это было фигурное вождение, ночное шоу. Вот. Это будет, думаю, зрелищно. И когда мы обсуждали этот проект, нам присоединился Владимир Олегович. Он добавил свою концепцию, мне это тоже стало интересно, я думаю, он сейчас кратко все скажет, где, что, когда планируется, будет это проходить. Спасибо вам. Как мне дать без микрофона? Как удобно. Что мы предложили? Федерация спорта, мы проводим очень много зрелищных массовых мероприятий. В данном мероприятии мы принимаем участие уже третий или четвертый год, осуществляем судейство, осуществляем разработку правил проведения данных соревнований, поскольку там они пересекаются где-то там с нашими дисциплинами, а там многоборье, ралли-спринт. Мероприятие, я считаю, что настолько интересное, что его нельзя отодвигать куда-то на заборке, и проводиться оно должно где-то в центральных местах нашего города, для того, чтобы не только сочувствующие или там, приближенные лица к данной организации могли видеть это действие. Но мне бы хотелось, чтобы это видели еще и жители города, что это проводится, и проводится очень интересно. Поэтому мы с Рашидом разговаривали и предложили вариант. Мы в свое время, 1 сентября, всегда проводили до пандемии большой фестиваль «Дорога в школу» совместно с ГИБДД и проводили его возле правительства Тюменской области. И сейчас я предлагаю такой вариант, что обратиться в администрацию города и с письмом от общественной организации, чтобы разрешили провести мероприятие на одной из центральных точек города, для того, чтобы горожане могли это все видеть. Поскольку и Рашид собирается сделать из этого довольно-таки интересное шоу, будут и артисты, будут выступления, поэтому я считаю, что можно провести мероприятие интересно, зрелищно, и, по крайней мере, мы привлечем общественность для того, чтобы люди видели, еще раз повторюсь, что не только собственными проблемами живет город, а и помогает людям с ограниченными возможностями и показывает то, что эти люди, они такие же, как мы. Но у меня, наверное, все, вот поэтому мое предложение обратиться в город с выделением какого-то участка. Благодарим вас, Владимир Олегович. Слово предоставляется Михаилу Михайловичу Урицу. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, всех очень рад видеть на нашем сегодняшнем мероприятии. Действительно, проект, даже целый уже, целая плеяда проектов, которые объединены сейчас под брендом «Мисс Оптимистка», это многое визитная карточка и города, и области. И, разумеется, очень важно, чтобы, во-первых, эта традиция продолжалась, во-вторых, она создавала какие-то новые форматы, вот о чем сейчас как раз сказал, да, это развитие той инициативы, которой уже много-много лет, но при этом она выпадает новые формы. На что бы хотел обратить внимание я? Во-первых, очень важно, чтобы тот опыт, который сейчас имеем в лице команды «Мисс Оптимистки», в лице команды тех конкурсов, которые будут проходить, очень важно, чтобы этот опыт тиражировался, обобщался, масштабировался. Поэтому, мне кажется, здесь важно особое отдельное внимание уделить информационному освещению данных проектов, причем освещению не просто в формате какой-то анонс, релиз, да, то есть в таком коротком формате, а освещению именно в формате какого-то более большого, объемного
информационного блока, то есть будь то, может быть, какой-то фильм, да, или какое-то большое интервью, или, может быть, сборник, посвященный различным конкурсам, которые вот, проходили на протяжении лет. Потому что опыт отличный, опыт очень сильно продвигающий имидж нашего региона, и им надо, безусловно, делиться. Поэтому со стороны Альянса социальных регионов НКО информационная поддержка, без сомнения, будет присутствовать, и я бы предложил как организаторам подумать вот о том, чтобы те мероприятия, которые будут сейчас идти, да, их сразу готовить для ну, вот какого-то крупного информационного формата в виде игрового фильма, системы интервью или еще вот, чего-нибудь такого, потому что надо обязательно расширять. Организация Альянса, конечно же, традиционно поддерживают и сами выставляют свои площадки на мероприятии. И здесь очень приятно видеть большое количество руководителей организации, участников Альянса, поэтому это уже такая традиция. Вот. С точки зрения организационной и волонтерской, Альянс тоже всегда готов поддержать эту инициативу. И я тоже поддерживаю и абсолютно согласен, что мероприятие надо выносить куда-то на яркие площадки, в центр города, и нужно обратиться обязательно к администрации. Кроме того, со своей стороны, прошу рассмотреть возможность. У нас 25 сентября, сразу же тоже хочу анонсировать, будет большое мероприятие, 22-й фестиваль соседей. Это тоже проект такой традиционный для Альянса, и мне кажется, будет классно, если мы вот какой-то формат из оптимистки попробуем подумать в рамках этого фестиваля тоже для информирования большего, для освещения этого проекта представить. Вот. Будет он у нас первый раз в сельском формате этот фестиваль. Это будет коттеджный поселок «Зеленые Колы». Вот. Там очень активная группа гражданских активистов, но и там большая территория. Большая территория, она позволяет в том числе вот какие-то автомобильные вещи тоже делать. Вот. Поэтому, если интересно, то будет здорово, 25-го тоже используем возможность. Поэтому поддержим всем, чем можем. И огромное спасибо и Рашиду Ильичу, и коллегам за то, что этот проект живет. И очень я надеюсь, что мы будем скоро год встречаться, развивать этот проект. И он уже стал для всех нас родным. Поэтому спасибо большое. Благодарю вас, Владимир Иванович. Александр Иванович, вам слово, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Еще раз хочу поблагодарить Рашида Ильича за приглашение, за возможность участия в таких значимых мероприятиях. Со своей стороны хочу сказать, что мы уже неоднократно участвовали, и в той или иной мере мы всегда готовы помогать, поддерживать различные форматы данных мероприятий, так как считаем, что это благое и очень значимое дело. На этом, я думаю, все. Спасибо. И Рашид Наевич обратился ко мне с просьбой, чтобы, во-первых, мы потом, наверное, все эти нюансы с Владимиром Наевичем обговорим, то есть какие упражнения будут выполняться, чтобы забить вход. Потому что у нас есть машина на автомате с ручным управлением специально для людей с ограниченными возможностями. Что это было? Я предлагаю провести им тренировку на автодроме ВУА, чтобы люди приехали, ознакомились, то есть мы выложим на трассу, да, положим, подготовим, и люди придут ознакомиться, чтобы они конкретно уже потом на этом же автомобиле, то есть те же самые упражнения выполнили уже на той площадке, на которой нам определить, как работать. Мероприятие мы, естественно, поддержим, может быть, даже какой-то приз выставим, но это обычно как-то делается. То есть мы всегда с вами, Рашид Ильич. Благодарю вас, Владимир Владимирович. Участники группы на столе, у кого есть вопросы, или кому слово предоставить, пожалуйста. Хорошо, спасибо большое. Слово предоставляется депутату Тюменской областной партии седьмого созыва Александру Николаевичу. Просто-таки персонаж. Да, пожалуйста.
уважаемые друзья, я очень рад, что меня пригласили на это мероприятие. Мы раньше встречались, занимались однажды по месту моей предыдущей работы по данной проблеме. Но вот что хочется сказать. Наверное, мы все еще находимся сегодня под впечатлением от Паралимпийских игр, да, где наша страна очень достойно выступила. Мы все переживаем точно так же, как за тех олимпийцев, которые выступали ранее, и за наших паралимпийцев. То есть мы гордимся и восхищаемся мужеством тех людей, которые, вот они маленько отличаются от нас, но они стремятся к этой жизни, и порой даже, когда наши здоровые люди опускают руки, а эти наши граждане стремятся жить и стремятся так же, как и мы, заниматься всем. И я благодарен тем спонсорам, которые сегодня уже озвучили свое участие в этом мероприятии, о том, что на протяжении стольки лет вы это движение поддерживаете. И я со своей стороны обязуюсь, даже если там буду я депутатом, не буду депутатом, Я буду в вашей компании. Как Александр Иванович тоже сделал. Александр Николаевич, мы с вами и поздравляем вас. Мы будем поблагодарить на этот раз. Уважаемые участники, красивый у нас еще один участник на 40 рублей вас на рамках, в этом случае участница. С огромным удовольствием я представлю председатель региональной общественной организации национальной культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области Орбукулина Лейсан Хамзиевна. Подождите, представляйтесь, вам как речь сказала. Вы сегодня в качестве организма. Хорошо, я не учусь, что дальше, как? Я думаю, вопросы, может быть, к Александру Николаевичу, как вы видите, да? Да, может быть, потому что есть жители этого района, у нас ветераны присутствуют, может, что-то хотели бы спросить, задать какой-то вопрос. Хотели бы спросить, никакой агитации не видим ни по телевизору, нигде вообще нет агитации. Почему? За меня лично, но агитация на время, как бы, оно разыграно, определенное время вся агитация проходит. А то, что материала не хватает, ну, наверное, это наша недоработка, у меня начальник штаба здесь, сейчас мы с ним разберемся. Да. Ну, это подчеркивает плюсом, например, что следующие все дни хотя бы была агитация какая-то. Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Какую партию вы представляете? Единая Россия. Единая Россия. Нашу партию. Еще вопросы будут? Я так понимаю, меня не все так знают, да, это коротенько про себя. Да, конечно. У меня мой жизненный путь, он достаточно такой короткий, потому что после института я закончил Омский сельхоз, сам родом, со Славковского района, села Усова. После школы поступил в Омский сельхоз, закончил экономист-организатор, приехал по специальности, работал потом директором там же, в родном районе Славковского. 17 лет возглавлял Славковский район, потом 9 лет Заводоковский городской округ. В прошлом году закончился контракт и с октября месяца работаю советником губернатора по вопросам местного самоуправления. То есть он меня пригласил на эту работу, как с учетом твоего опыта работы в местном самоуправлении. Трудно более как бы такого еще человека подобрать. А в январе месяце к нему уже поступило предложение участвовать в выборной кампании. Я с удовольствием принял это предложение, понимая, что тот опыт, который у меня есть на самом деле, и знания, и желание еще поработать, то на то, что это повлияло на мое решение, принять участие в выборной кампании. Он участвовал в праймерис, который «Единая Россия» проводила, как он праймерис «Единая Россия» определённым для кандидата 15-го года. Сколько еще кандидатов? Четверо. Да, там у нас один кандидат от ЛДПР, один от «Справедливой России», от ЛДПР. А то либо висит. Нет, они же, там же еще есть и с Госдумы. А. Они могут есть. Потому что он чепик, он идет в областную думу, там по 16-му.
и государственный дом, то все. По всему городу. Так что, ну, еще есть какие-нибудь вопросы? Ну, я вот такой скорее не столько вопрос, сколько ну, некие предложения, да, потому что мы как некоммерческие организации стараемся условно выстраивать отношения с депутатским корпусом. Вот, и раз мы сейчас на встрече. Давай сначала выберемся, а потом соберемся и пишем. Уже будем поживать. Безусловно, но на самом деле как бы для нас важно, чтобы то, что для НГО является приоритетным, да, оно было услышано как теми, кто находится в законодательном органе, да, следующий момент, который хотел сказать, так и теми, кто в принципе занимается политической деятельностью, которые, да, то есть в любом случае и административной деятельностью, будучи как в должности. Вот, потому что для нас, в частности по местному самоуправлению, мы довольно плотно развиваем систему так называемой неденежной экономики. То есть что это такое? Это система взаимоотношений между людьми, которая построена не на основе денег, а на основе доверия и социальной взаимопомощи. То есть для этого у нас целый ряд проектов уже сейчас они действуют. Это, например, проект «Тюменская дарма», как вы говорите, на обменник. Проект «Банки БИИТ» — это продовольственная помощь людям, которые совместно с федеральным проектом на Дарину реализуют. Вот. Но это как бы такие ну, кусочки мозаики. И вот многие коллеги, которые в Альянсе присутствуют, они не раз от меня слышали эту тему неденежной экономики. В чем основной смысл? Это в том, чтобы создать не только пространство, да, доверия между людьми, но и инструменты адекватные, которые сейчас благодаря цифровизации не можем сделать, которые бы позволили людям, допустим, какие-то излишки есть у них, да, там, ну, там с огородом, собственно говоря, можно было бы легко и ну, без проблем подарить их. Или, допустим, есть свободное время у специалиста, у сантехника, электрика, еще кто-то, он мог бы это свободное время потратить на то, чтобы помочь там, потому что условно говоря. Причем всю эту систему можно обеспечить учетом того времени, которое человек тратит на благие дела. И, соответственно, за это тоже какие-то поощрения, как вот, например, раньше профсоюзной деятельности было, там, какие-то путевки, там, еще что-то делать. Такой механизм есть. Он называется банк времени. То есть это система, которая вообще в Советском Союзе изначально была разработана в 70-е годы, но потом она как-то не прижилась и ушла больше за рубеж. Вот сейчас, например, в Японии, ну, наверное, процентов 15 населения охвачено такое банковое время. Идея в том, что человек может обменять свое время на время другого человека, оказывая другую позитивную услугу. Для этого необходимо эффективное приложение. То есть что-то, чтобы позволило, ну, как Авито или другие штуки. Но предложения, они стоят достаточно серьезных ресурсов. Поэтому, как бы вот закидывая направление, которое вот нас как общественников интересует, мы сейчас через все каналы, грантовую поддержку, государственные субсидии и так далее, мы сейчас напиливаем вот, задачу, что необходимо помочь в разработке такого приложения, а люди, вовлеченные в процесс, они уже есть. То есть, если их научить этим пользоваться, то мы можем очень сильно повысить качество жизни людей в сложной ситуации благодаря вот этим цифровым услугам. Это информация. Давайте, наверное, еще тоже как резюмируем, нам нужно с вами сейчас понять дату проведения данного мероприятия, примерно дату тренировки, когда мы начинаем выкладывать регламенты, когда будут написаны письма, я так понимаю, что на Руслана Николаевича, департамент культуры города на предоставление, и какие уже будут ответы на это, чтобы нам с вами распланировать свою деятельность. Потому что, ну вот, опять же, там, на октябрь месяц мы не знаем, что будет там, после 12-го, до 12-го у нас запрет на все мероприятия спортивные происходят. После 12-го, если будет открытие, то, опять же, мы как федерация, у нас в Тюмени финал Кубка России по автомобильному кроссу. Сюда должны съехать много-много людей, и нам нужно понять, чтобы не было наложения. Вот. Машину мы вчера обсуждали, то есть это он предлагает сделать день автомобилиста, то есть 30-31 октября. Да. То есть у нас уже, в принципе, пройдут и выборы, пройдут какой-то период, и у нас будет время подготовиться. То есть если мы с вами эту дату все принимаем, то мы тогда идем. Единственное, что нюанс. Да, мы очень сильно зависеть будем от погоды. Первое, это будет холодно. Второе,
как бы, ну, может быть, не настолько комфортно, как хотелось. Если это будет дождь, тогда мы с вами не соберем того количества зрителей, которые бы мы хотели. Да, мы не достигнем цели. Придем вот мы все с вами и все. Поэтому я как бы уважаю мнение Рашида в плане того, что хочется провести его, чтобы люди не закисали и чтобы это все прошло как можно быстрее. Но, опять же, если мы идем с вами к цели популяризации данного направления, нам нужна либо уже зима, это декабрь, либо конец ноября, либо нам нужно это делать гораздо раньше. Гораздо раньше мы с вами этого не сделаем. У нас же режим пока 13. Да. Здесь можно просто предварительные даты определить, и если там после 12-го не продлят, то может быть как раз наконец сентября. Нет, смотрите, какая ситуация. Там 12 сентября закрыты именно спортивные мероприятия. Это у нас не спортивные, это фестиваль. Фестиваль теоретически... Количество участников, которые... Количество участников, да, ограничено. Ну, я очень сильно сомневаюсь, что сейчас в силу показателей по ковиду 13-го, но спад идет, но все равно мы до единицы еще до сих пор не дошли, и поэтому вряд ли нам решат проведение мероприятий больше 50 человек. Вот. Заявить о родителях больше. Нет, это все понятно, но мы в таком режиме проводили, вот у нас был чемпионат страны по грузовым автомобилям, и были мы вообще без зрителей, но учитывая, что прибежало через леса, через поля, пришло очень много народу, но милиция по голове нас не погладила. Ну, здесь я отмечу, что, например, у нас есть уже проведение мероприятий достаточно больших по количеству людей, но здесь есть такой маневр, да, на одной площадке не должно быть более 50 человек. То есть если мы фестиваль разбиваем, делаем площадки, да, то мы можем вести больше. Ну, практически, да. Фактически, да, если мы делаем зоны, да, показательные да, зоны, да, да, может быть и так. Ну вот, единственное, меня смущает погода, то есть участницы и так некомфортно в силу там нервности и всего остального. И если это будет дождь, я говорю, ребят, мы 1 сентября делаем эту дорогу в школу, и вот 2-3 года мы ее проводили, 2 года был дождь, и мы собирали, ну вот первый год, если все было хорошо, там где-то порядка 2500 человек нас посетило, то второй, третий год, ну мы 1000 еле-еле собирали, потому что был дождь, и потому что было некомфортно, и это сентябрь, и это было все равно плюс 20. Мы всегда летом проводили. Да, я знаю, что всегда летом проводили, но видите, какие условия нас заставляют жизнь загонять. Нет, ну зимой мы тоже делали, предварительно, вот, чем начать этот проект, я бы как раз хотел не на погоду все-таки упор сделать, чтобы нас правительство поддержало, да, что нам разрешили бы эту площадку, то есть это нужно собирать вот такой же, как там вот комитет, все вот эти нюансы обговаривать. Конечно, да, ну, что, здесь и начинать. Да, что, ну, мы скажем, что на 30-е пока предварительно прям утверждаем, да, письма мы посылаем, если нас поддерживают, то собирают этот комитет. В принципе, да, погода есть погода, то есть и лето может быть дождь сильный, вот эти вот все нюансы. Но самое главное то, что вы заинтересованы. Постараемся по минимуму защитить вот нюансы от погоды. Мы свою задачу знаем, мы всегда вас поддержим, поэтому вообще не проблема. Главное, чтобы мы здесь я говорю, не принципиально, может быть, надо сделать на декабрь, 3 декабря, декада инвалидов. Да. То есть самое главное сейчас мы стартуем, то, что вы поддерживаете, в правительство письмо отправляем, пишем все-таки на город, на область, или так, вот эти вот все направления, потому что просто я не работаю на таких площадках. Это нужно писать в город, это центральная площадь, это на Руслана Николаевича пишется письмо. Руслан Николаевич там на своем совете они рассматривают, город рассматривает, это же площадка города принадлежит, поэтому это решает город, они согласовывают в определенное время, согласовывают определенную дату, то есть уже отправляют все на перекрытие дорог для ГИБДД, там обеспечение, кан обеспечения общественного порядка МВД, то есть это надо будет периметр перекрыть этими турникетами. В принципе, все как бы, вот это основное. Если площадку получаем, значит тогда уже смотрим наполнение. Смотрим наполнение, если мы можем сюда пригласить там
еще какие-то организации инвалидов, еще что-то. То есть люди должны себя показать. Самое-то главное, вот цель нашей дороги в школу была, мы хотели показать жителям города и родителям в частности о том, какие существуют инженерные, технические там, секции и какие-то кружки, чтобы люди увидели, что можно детям дать. И здесь тот же самый принцип нужно использовать для того, чтобы показать, что есть, у нас есть такие люди, и эти люди гораздо сильнее и лучше порой, чем здоровые. Ну, я говорю, мы же вроде здесь все сторонники, мы хотим масштабности, да, мы потихоньку начинали с малого, приходим к большему, да, что вы энтузиасты. Да, сейчас определенный скелет, мясо потихонечку растет, я только думаю развиваться, я вижу, что вы поможете, что я не один буду там по всем кабинетам, да, ходить. Что Александр тоже нас услышал, да, вот, несмотря пройдет он не пройдет, то есть, ну, фильму будет это интересно. Даже можно будет и потом начало приходить так же, да, то есть и Славкова перевести такие проекты какие-то. Я только за расширение вот этих моментов, чтобы вам, чтобы вы поддерживаете, и вам эта тема интересна. Ну, это площадка, что больше, что у меня нет. Галина. Дорогие мои друзья, здесь в Старой Зарике, это у нас впечатление, что мы за тысячу верст живем от всей цивилизации. Мы смотрите, как живем, Рашид-то тут же живет. У нас нет аптеки, ни одной, на 35 тысяч жителей, это куда годится. У нас нет, заложили вон кирпичом этот, фонд медицинский. У нас вообще тут ничего нет. Вот надо, ладно, мы пенсионеры еще ходим, которые на ногах, а которые не пойдут на ногах, матери, эти люди простые, им надо автобус, во-первых, дождаться, во-вторых, съездить в аптеку. Нам отписки дают, что вот аптека, вот рядом аптека. Там вот, вот такой, да мы знаем, где эти аптеки, да пить людям надо ехать туда. И вообще живем, как дети подземелья, мы здесь. Мы вообще всего лишены. У нас даже киоски, союз печати нет, представьте. Мы вообще оторваны от этого. И когда хвастаются, когда день города, день области были, я думаю, Господи, да вы придите хоть в Старую Зарику, подглядите, как мы живем без всего. У нас вот только магазины и больше ничего нет. Магнит косметик поставили, зачем? У нас тут и почта была, почта теперь не это, далеко ходька, неудобно пожилым людям ходить. И почту убрали, и аптеку. Аптеку мы ходили, мы могли в аптеку прийти и не ходить даже к терапевту. Вот у нас какой был провизор, понимаете? Он все расскажет, все покажет, все сделает. Лишили нас магнит косметик. Не продумано ничего. Так что, Александр Николаевич, давайте-ка беритесь за это дело и управляйте эту всю историю нашу. А то мы живем, видите, как живем-то. Все хорошо, я сейчас заканчивается, мы там между с вами еще встретимся. Андрей Николаевич, он как раз на колбасочек, он вам уже на ту сторону сделает. Я звонила ему.
надо хоть аптеку, ну что вот аптеки сделали все частные, ну неправильно, оставьте вот какую-то часть муниципальных аптек, нет, они все частные, не идут сюда в аптеку работать, да как не идут, здесь наоборот выручка у них будет хорошая, убедить надо. Мы их в здравотдел писали везде, нам только одни отписки идут. Так, никак не можем сдвинуть с мертвой точки это. И филиал поликлиники убрали. Зачем убрали? У нас такое население. А теперь, чтобы попасть к терапевту, значит, приходишь, берешь талон и к терапевту попасть через 2 недели, через полмесяца, куда годится? Ну, можно. Это вообще уму непостижимо. Что такое-то происходит? Еще говорят, ой, в советские времена там нечего вспоминать. Да есть что вспоминать. И квартиры давали бесплатно, и медицина была, и учеба была бесплатно. А сейчас зачем вот берут деньги за вступительные экзамены, там за все, за учебу медицинских врачей? Зачем? Кто по призванию, пусть идет бесплатно, нет? Ну ладно, у меня все. Еще вопрос.